Майдан, вокзал Черенк-Кросс, сыростье туманы, хронический сплин. А у Джона белая челочка, депрессивный психоз, однополая гиперсексуальность и круглосуточный кетамин. В монашеской ризе дружочек с Лиззи, колдунья для по ночам, заклиная винилы, не влечет его к дамам. Дело тут не в капризе, как зовут тебя, с кем и где ты, милый. Молодость на крайнах и злачных местах, в крови магически растворила кристаллы. Ах, как жаль, что только в наших мечтах благородство золото обращало металлы марсианская пыль и магия вуду пьянящая прелесть в альбурге и в войночке, регулярно получая от дьявола суду, так доходят до края, до ручки, до точки. Смотрит вечность бесстрастно и хмуро, как жизнь методично отрывает нам крылья и ножки немигающими глазами лемуров. С нарисованных холстов испуганно таращился кошки. Тупая боль, перекатанная вдоль, а на рассвете и стены появляются черти, и уже не вставляют секс, ЛСД, алкоголь, нервный сон, резиденция отложенной смерти. Так не отрываясь назад, не наблюдая часов, горячим снегом жадно припудрив свой нос, на машинах времени без тормозов, сломя голову снова и снова, мы летим под откос. Так навстречу приключениям, и пытаясь уйти от судьбы, очарованные величием, красотой и силой порока, наши закопченные души из тел, как дым из трубы, вылетали значительно раньше отведенного срока. Джону Балансу, конечно, группе Койл.